как жить по-другому? Люди знали, как жить с самого начала своего появления. Нужно всего лишь быть в гармонии с природой. Все вокруг в изобилии, не надо никого порабощать. Если люди начнут возвращать планете хотя бы часть любви и заботы, все будет по-новому. Я что-то совсем не понимаю. Как возвращать планете любовь и заботу? Вам постепенно пора переходить из вида homo sapiens к homo providus, то есть человек заботливый, дальновидный. Поступки не изменятся, пока не изменится отношение. Берегите воду, берегите животных и дикую природу. Не будет этого, вымрет и ваши уже в ближайшие 100 лет. Я все понял, но кто меня послушает? Я один, мне всего лишь 12. Понял ты? Поймут и другие. Но об этом надо говорить очень быстро, чтобы хотя бы часть людей понимала это. То у планеты будут шансы на выживание. Спасибо, я сделал все, что смогу. Удачи тебе, друг человечества.